Ну что, всех приветствую на канале. Как могли заметить, не было роликов с голосом на выходных. Ну, потому что подсел голос. Сегодня еще тоже не особо он восстановился. Ну ладно, турнир есть турнир, первый день. Давайте попробуем, так скажем, повлетаем. Посмотрим, что из этого выйдет. Здесь у нас призыв супер стихий. К сожалению, не хватает мне здесь денег. Не буду я за 400 призывать, слишком жирно. Ничего не выпадет. Ну, либо выпадет какая-нибудь вот такая вот тройка. Вот такая. Нафиг она, собственно, и нужна. Поэтому я решил таким образом поступить. Сейчас мы пойдем по... Атакуем. О! Только нафига они нужны мне? Интересно. Призывы закончились, а нам монеты подогнали. Молодцы, конечно, молодцы. Ну да ладно. Сейчас не про это. Сейчас будет жесткий трэш. Тройки, все быстрые. Нет, ну, синих. Значит, будут душить нас. Понятно, какими красными центрами. Ну, а вот это прямо кайф. Здесь берем фиолетовых. Пенька. Ну и кого-нибудь под усиление можно взять. Фаеза, допустим. Ну, давайте вот так. Тройка бьющая, хил. И разделение урона. По мне так супер. Так, сразу влетает тройка. О, блин, дядька жирный. Жирный, жирный, жирный. Так, давайте думать. Ход есть. Блин, а больше ходов нет. Прикиньте. Ну, квасир не такой уж страшный, на самом деле, в последнее время стал. Так что живы будем. Так. Эх, тяжело. Сейчас это бьет. Блин. Давайте, может, здесь фиол подъедет. Не подъехал. Здесь тройку взорвем сейчас. Отхилимся, я надеюсь. Блин, лишнее полетело. Минус Бьорн. Потеряли Бьорна. К сожалению. Но зато... Блин, а я, кстати, не знаю. Вакса можно забрать. Попробовать. Белит. Сами, под ваксом камень есть, да? Давайте вот так сделаем. Может, промахнется он. Точнее, не промахнется, а мы уклонимся. Плюс там еще разделение работает. Все, живем. Живем. Так-с, задачка. Блин, фиолетовый не приехал. 4 вакса тоже не хочется скидывать. Блин, Джиганхир бьет, да? Нужно срочно... Лечение. Срочняк. Блин, как же здесь вывернуться? Блин, а? Ну тут зелень есть. О! Отлично.
работает шикарно сейчас в пустоту. Ну, белит, если не убивает, то живы будем. Вот так сделаем. Ну, у меня тут супер-мега живучая оборона. Ну все, уехали в овер ХП. Считайте, выиграли. Далее. Долгий был бой. Так, так. В теории желтых взять. Ладно, погнали так же. Там фойес есть. Так, а вот не хочется мне активировать кристалл. Так. Ой, да. Мимо. Да. А вот так вот, если. Слушайте, ну здесь прям шикарно. Здесь шикарно. Тапок зашел. Вот здесь. Красных можно взять. Отыграют, интересно. Ну тут Рудольф, Данте есть. Возьмем вот так. Поехали. Тоже сильная команда. Ууу, шикарно. Давайте сразу так сделаем. Вот этот Арман, который может выпасть в турнире он. Ну и особо-то он не отыграл даже. Так, ну, сделаем вот так ход, такой промежуточный, потом раз-два, подожгем всех, пускай пока горят. Ну, давай здесь. И вот так. Опа. Ах, сейчас кого-то заберут, да? Отлично. Ну, давай кинем сюда. Знаете, на X3 он делает просто чудеса. Хоронит только так. Видели? Данте — это пушка. Так, здесь хочется взять желтых. Давайте желтых. А вот кого? Агнеса Кэнди. Поехали. Не, фиолетовая вот эта убийственная команда остается. Так, здесь в принципе опять есть фиолетовые. Мэйв тут, конечно, ударит, блин, обидно. Ох-ох-ох. Ну где желтенький-то? Блин, Мэйв второй раз будет бить, да? Сейчас размен будет. Окей. Раз. Ну, раз. О, великолепно. Эх. Рехетри. Ну, давайте зарядим что-то.
принципе, она не успеет ничего сделать. Блин, вот это лишнее полетело. Ну да ладно. 2 хупня осталось, 3 хп. Ну все, добили. Победа. Прям сегодня тащим, да? Первый день. Оборона, наверное, Д. Е даже. Все понятно. Ну и на закусочку. Последний бой — это вот такие вот ребята. Серьезные. Тут и пень, тут и это. Причем на разлимите. Оу. Оу, поезд. Со скидкой 50%. Давайте рискнем. Чувствую, что не зайдет сейчас, но не может так 5 из 5 легко зайти. Ну да. Ну да. Ну так вот. Хорошо. Вот так вот. Будем аккуратно скидывать. Так сказать, не форсируя события. Давайте вот здесь. Чуть-чуть не хватило. Ну ладно. Слушайте, выигрываем вроде, да? Или это сейчас положит? Слушайте, 5 из 5, блин, шикарно. Все. День сегодня удался, даже топ-1. Делитесь в комментариях, как у вас. Пока-пока.